домашние булочки с корицей. И сегодня я узнала такую шокирующую новость. Но перед тем, как я ее вам расскажу, поставьте пальчик вверх и подпишитесь на мой канал. И вот я узнала то, что бывают не только уточки Лала Фанфан, а еще много разных животных. Собака, кошечка, шибаину, тигренок и много-много других. Ну и, конечно же, я их сделала из бумаги. Вот какие милые. Котик. Вот. Котик. Мяу. Мяу. Вот такой тигренок. Тигренок. А еще вот такая миленькая собачка шибаину. Ребята, а у кого есть в реальной жизни такая собака, такой же породы? Обязательно напишите в комментариях. Мне будет очень интересно читать ваши комментики. Но, ребята, если вы хотите, чтобы я сделала еще таких зверюшек, потому что там их около 10 штук, то обязательно наберите 500 лайков, и я сделаю вторую часть. Ребята, вы ничего не замечаете? Вот я лично да. Они какие-то, что ли, голенькие, надо их бы приодеть. А специально для такого случая я заказала для них одежду с AliExpress. Я думаю, все вы знаете этот сайт. А вот и пакетик с ихними луками. Такой симпатичный, с розочками. Открываем и достаем первый лук. И вот же наш первый долгожданный лук. И это лук для кошечки. Вот такой вот первоклашки. Ну или двухклашки, я не знаю. Так, сперва одеваем шапочку. Туда. Это уже мусор. Теперь одеваем. Вот так. И вот. Сейчас я еще приклею форму для первоклашечки нашей миленькой. Сюда. И вот ее первый лук. Сейчас я придумаю к этому луку историю. Это первоклашка, которая скорее бежит на свой первый звонок зимой, потому что у нее шапочка, ну и форма школьная. Па-парам-парам-парам-парам-пам-пам. И прибежала на свое законное место. А теперь надо еще подобрать луки для шибаину и для моего тигреночка миленького. Достаем наш пакетик, 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 что-то крутое. Давай достанем. О, вау, нам попался лук для тигренка. Это вот такая шапка и комбинезончик. Это, наверное, для какой-то пиратки. Сейчас оденем сперва шапочку. Туда. И одеваем. Нет. Главное тут не сфелить. Тут ровно и тут тоже. Все. А теперь комбинезончик. Вот. И вот у нас уже одетый тигренок. Пам-пам-пам-пам. И я уже придумала для него историю. Это девочка, которая переоделась в пиратку и играет со своими подружками в пиратку на корабле. Вау, она с мечом нападает. Аккуратно. А теперь самая последняя шибаина. Ей, наверное, очень холодно. Тр-тр-тр. Она аж дрожит. Давайте скорее ее оденем. А то она сейчас умрет с холоду. И последнее. У меня тут очень теплая кофточка, чтобы она не замерзла. А еще вот такая вот повязочка. Одеваем скорее нашу шибаинку. Она так расстроена. У нее такое личико.
давай скорее мы тебя оденем. Моя бедная. Все. У меня такой... Мордочка такая миленькая. И теперь давай. Ободочек. Все. И одеваем ее ободочек. У нее такой ободочек, как у Hello Kitty. Ой, какой Hello Kitty? У Микки Мауса. Я видела такой мультик в детстве. Думаю, вы все его прекрасно знаете. Вот и наша одетая шиба-ина. Теперь ей уже тепленько. Пиу-пиу-пиу. Она такая смешная. Это девочка у нас, которая пошла на вечеринку, то есть на ДР к своей подружанчике. Своей подружке. Он такая милая. Пам-пам-пам-пам. И вот они все одеты. Им всем тепленько, всем удобненько, всем комфортненько. Ребята, какие классные животные у нас получились. Китайцы каждый раз поражают нас своими идеями. Так круто, что каждый ребенок на планете может выбрать свою игрушку и на свой вкус. Ребята, вы поскорее набирайте 500 лайков, чтобы я вам показала те животные, которые вы еще не видели. Их там очень-очень много. А я пошла их делать. Всем пока-пока, до скорых встреч!